В то время как многие женихи и невесты мечтают о романтичной свадьбе на берегу моря, эта мексиканская пара решила пойти немного дальше и провести церемонию под водой. Свадьбу 41-летнего Альберто Дель Лаго и 43-летней Карлы Мунгия посетило более 200 профессиональных дайверов. Церемония прошла на глубине 5 метров. Такая свадьба не просто прихоть. Этим поступком пара хочет привлечь внимание людей к стремительному исчезновению популяции акул. Я счастлива, потому что я вышла замуж за мужчину, о котором мечтала всю жизнь, в своем любимом море и с целью сохранить акул. Я рада разделить этот день со всеми этими чудесными людьми, которые приехали со всех уголков мира, и нашими друзьями из США. Кроме того, молодожены намеревались побить мировой рекорд по наибольшему числу гостей на подводной свадьбе, однако этой цели они не добились. В прошлом году на похожей брачной церемонии в Италии побывало 260 дайверов. Вопреки предрассудкам, в реальности акулы редко нападают на людей. Их популяция стремительно сокращается по вине человека из-за чрезмерного отлова и изменений естественной среды обитания.